От меня примите самые добрые слова с пожеланиями. Пусть любовь, согласие, счастье будет в вашем доме. Самые теплые пожелания в особенный день. Виктор Томенко поздравляет семью польских с юбилеем. 50-летием совместной жизни. До личного знакомства с виновниками торжества глава региона пообщался с парой по видеосвязи. Приветствую. Работаю сегодня в Казани. У нас большая делегация. День российского поля проходит в стране. Но я знаю, что сегодня замечательное событие. Проходит оно как раз у нас в преддверии Дня семьи, любви, верности. Мы вас тоже поздравляем с наступающим праздником семьи, любви и верности. И приглашаем вас на чашечку чая к нам в гости. По возвращению из командировки Виктор Томенко приехал в гости к Борису и Ольге Польских. Юбиляры познакомили со своими детьми, показали фотографии и семейный музей, где хранится история нескольких поколений, и поговорили о важном – за чашкой чая. Надо почаще, чтобы и внуки, и дети находили хоть минутку, хоть денек, приехать всем побыть вместе. Да. Ну, это, наверное, самые счастливые, получается, дни. Борис Иванович и Ольга Александровна познакомились в школе в 7 классе. После учебы он работал инженером, она учителем. Воспитали 3 детей. Сейчас оба на пенсии. Хозяйка дома просветительскую деятельность не завершила. Пишет книги, написала роман об истории своей семьи. Подписанный экземпляр подарила главе региона. История семьи в 2 томах, начиная от столыпинских времен до того момента, когда заселялась наша земля, Алтайский край, переселенцев, судьба переселенцев. В честь золотого юбилея в ЗАГСе торжественно зарегистрировали брак в книге почетных регистраций. В честь годовщины семья получила юбилейное свидетельство. Виктор Томенко отметил, что супруги Польских – настоящая алтайская семья, с которой можно смело брать пример. Валентина Аскерова, «День с толком».